По решению межведомственной комиссии за один день с территории общего пользования демонтировано 6 объектов. Львиная доля вывезенных нелегальных конструкций – это незаконно организованные точки общественного питания. Собственники нелегальных кафе в установленные сроки самостоятельно не убрали свои объекты. Теперь конструкции демонтированы силами администрации. Продолжается работа по демонтажу незаконных объектов, нестационарных. Это объекты столовые, которые повыставляли на муниципальную землю. Столы, стулья, мангалы. Сегодня мы работали на улице Красноармейской, на улице Батарейной, курортной. Также работали по городу, курорту Анапе. Эта работа будет продолжена. Специалисты управления муниципального контроля, торговли и потребительского рынка выявляют самовольно установленные коммерческие объекты. Материалы направляют на рассмотрение межведомственной комиссии, где принимается решение о демонтаже незаконных конструкций. В селе Витязево специалисты вынесли еще ряд объектов на рассмотрение межведомственной комиссии. Так, в Анапе тоже демонтирован нелегально установленный некапитальный объект. По решению межведомственной комиссии на территории общего пользования, прилегающей к земельному участку город Анапа, бульвар Ескина, 9, была установлена деревянная конструкция «Ларек», в которой осуществлялась коммерческая деятельность, реализация фруктов и овощей. Данный объект был установлен без каких-либо разрешительных документов и демонтирован администрацией города. На курорте демонтаж незаконно размещенных конструкций будет продолжен. Если собственники в установленные сроки не уберут свои объекты, они будут вывезены с территории общего пользования силами администрации. Никита Бойко, Анапа регион.